Нормальный комп. Туго что-то, сука, с обычкой, нахуй. Ну давай, пати на ДК, киньте кто-то там ассист, у кого есть. Блять, у кого-то же был ассист. Я тут. А, кинь на ДК, я сейчас передам 3DS, там пацану, он, блядь, грань сделает. Смуните ДК. Жень, нас не отстаньте, пожалуйста. И я потом... А, у нас же два роги, точно. Короче, история, ты, короче, внегласно. Ты, короче, если что, напуливал на танка. Ну, там, ну... Понял, да? Факт. Ничего не говори там. Сова, ну ты... Че? Кто-нибудь нажмите, пожалуйста. Я не понял. Я там престом просто пойду, шапешником, нахуй. Ага. Биг Дэм, тыкни, пожалуйста. Надо Биг Дэма обогнать. Белую рыцу, попсим. А в 25-ке, ну, вот именно вещи, они тоже поэтому по ЕПГП, не по ролу? Конечно. Геншин, ну ты понял, да, кому ПС кидать сегодня? Геншин, ну ты понял, да? Да? Я уже вынес это. На Войда. И солнечное затмение совуха, так что все. Я знаю, кому кидать ПС. На Войда. Кидай. Я не думаю, что у тебя есть лунное и солнечное затмение. Какие еще затмения, блядь? Ты хочешь на ганшота кидать, блядь? Или этого Дикон просил? Нет. Нет, там поменяли сов, там теперь под путь огня нужно кидать. Там чего, проверь. Блядь? Да нихуя, ладно. Какой еще путь огня? Путь огня это у магов. Да не, нихуя. Я понял, блядь. Я понял, что я нихуя не понял, блядь. Это получается, на этом КД мы закрываем ЦЛК Гер, правильно? Да, нахуй. Сейчас ЦЛК обычку закроем, сразу Геру закроем. Там ХП. Не, надо. Это я поднаебал, конечно. Так, ротацию на ШПшника напомните мне, блядь. Еще лаги ебаные какие-то, сука. Она похуй. Там пруд зачем-то, блядь. Угу. Какой там у тебя шипыш? Так, 260 у меня. Сейчас будем соревноваться, блядь. Ноль чарок, нахуй. А у вас чарки есть? У ПС, по-моему, одна есть. А чё вы звездопадом хуярите? Так и должно быть, что ли, блядь? Чё я не вкуриваю, блядь? А, вы души фармите, да? Бонсай, по-моему. Там кто-то фармится. На БК, блядь. Я завтра буду фармить. Пиздить всё у этого взятого. Не знаю, кто фармит. Пока что все души я забрал. Так у нас есть рога есть, я могу зайти, наверное, на приста своего. Да, может. Да, давай, это самое, дай только РЛ мне на Войда. На приста. Сейчас. Сейчас, подожди, с умом. Под боссом будем тогда там. Бесит. Чё ты там? Если кольчуга не нит никому. А кто это вот Парапам и Дрика? Это новый. И... Чей-то там был твинк. Какой-то живу здесь, что ли? Его ж не был твинк. А это если, допустим, иду твинком. Это я на твинка ГП лутаю, правильно? Или на лока? Ну, вообще на твинка. Ну, исключение только, когда вот я Биг Дэма заставляю, допустим,
зайти на ДК потанчить, а он над варом хочет идти. Все, он туда ИП не получает, а получает на вара. Если ты что-то ролишь, ты ИП туда получаешь. Если будет какая-то залупа вдруг, имейте в виду сразу. Те, кто там на твинов зашли, которые там немножко дают. Надо будет на мейнов заходить. Ну, кроме живу здесь, он во второй рейд. Если у кого-то совсем слабенькие прям. У нас только два новичка, которые... Он этот, маг, интернет и ганшот Саванова. Ганшот, кстати, в диз зашел. Он еще не в дисе. Так, ну давай. Что там по суммам? Плюсовать. Суть. Ну плюсаните кого надо. Он здесь сейчас одного приста сумма. Блять, Айнаван, заебал. Я вот только хотел стол сунуть, блять. Он уже с обменом, блять. Так. Что-то мне кажется, я сегодня какой-то медленный, блядь. Это в дис там заходите, этот самый друль. Сова в дис, ура. Ебать у вас шипашников. Вилаш МТ. Брюли оф танк. Ну, арарник, это... Тоже на ребро и на леди спекнись, там, для спокойствия чисто. А потом уже в ДД. Хилы вас четверо. Я думаю, вы справитесь, вы там скиллованные. Этот Никита в диз зашел, который Саванова. Да, да, он же два раза уже написал, что он. Ага, ага. Это. Какой у тебя спек оф спек? Если эрдрут, то это хорошо будет. На будущее, там, если одеваешь. Так, ставлю рыбу. Где она? А вот она. Ешьте рыбу. Пишет эрдру, но слабый. Вот, одевай эрдру. Шмотки тебе на эрдру закидаю, всякие беспонтовые. Вот. Потом пригодится. На этой, на синдре есть, только сейчас пригодится. Ну, если слабый, он не пригодится, мы и так справимся. Чего, это мы сегодня не потрогаем, да, РС-ку, короче, ГМ? О, эту ХМ, блядь. Он же писал, я не понимаю, о чем. Ну, уже время. РС-ку ХМ. Я понял, РС-ка ХМ это прекрасно, замечательно, но туда, блядь, не, можно сходить по приколу, блядь, если хотите. Акиса, интернет, Акиса, что там, не хватает что-то? Кулака не хватает. Кулак дайте вместо креста. Паладины вас двое всего лишь, там один каски, один кулаки кресты. Ну если рарные кулаки бафы, то тогда и кресты тоже бафы. Короче, Акисе 10-минутный получается надо дать, да, я так понимаю? Или как? Да, вон я вижу, крест на нем висит. Ага. Все, даю отчет. Где у меня он, сука? 5-1. Гера не будет? Давайте, чё? Слева шип. Бать лагает, но. Как будет с пятка, хули.
Ганшот, ГЦ. Поздравляю тебя. С боевым крещением. Чё, Биг Дэм, чувствуешь опасность? А если бы я не лагал, блять, у меня было бы уже 30к на. Были бы лупы. Я так хуйней занимаюсь. Не забыл же, как играть, сука, он меня заржавел, нахуй. Пист этот, блядь. О, да ну нахуй, на шип. Тебя кидало на шип? Меня первый раз кидал. Он не может говорить, что он ДПС дает. Да, блядь, какой там ДПС, нахуй, такой ДПС, блядь. Я там, блядь, правой ногой, левой пяткой дам. Смотри, догоняю его, блядь. Он прям чувствует опасность. Это хуйня, ну, это. Да, у нас шейте, сейчас вас тоже догоню, блядь. Ну не на этом боссе, блядь, конечно. Потому что, ебать, миды как здесь не любят. Блядь, типы как-то дамажат на этом, как он называется, на сурке. У них как-то получается, нахуй, в трэш дохуище дать. Ну, типа, как-то накрутить. Ну, это, видать, когда долго бьют его, вот именно шипешники. Ебать, там по 26к, нахуй. ДПС, нахуй. Еще, сука, ПС-ку никто не кидает. Нитриксы, нахуй. Надо вон у спирита сейчас купить на этот, как он называется. На сурка, нахуй, хотя бы. Ну где пельмень на профи словит, блядь, Биг Дэм, нахуй, все, блядь, прощай ДПС. А мы на фул 24 пойдем. Ну там Притон обещался подойти, ну. Да кто-то подойдет. Ну я к тому, что обещали, блядь, как. Хочешь на фул можем? Да нет. Я хочу на фул закрыть. Хорошее желание. Все ДПСят хули, даже шипы не убивают. Нахуй эти шипы, блять, похуй вообще. Вон сова сдохла, которая шипы ДПСила. Ганшот новая. Нахуй эти шипы нужны. Почилить-то можно иногда. Заебал он бегать, нахуй. ДПС если проебал. За милик это заебал. Пока эта сопля долетит, блять. Кто хуевый ДПС у меня, блять. О, хоть квест был на ребра, блять. Не знаю, был у вас, нет? Не было. Так я шарил всем. Ну я лох, получается. Так. Так, маг. Че, я зайду на ханта? Да, да, заходи. Из инста выйти нужно будет? Что наделены особым знанием. Или похуй, так можно выйти? Да офнуться просто можно. Просто офнуться. И там, блять, а, я же распылять умею. Грудак иду. Бать, 200 гп. Охуеть. Да он новенький, ему похуй, срежется. Он и не заберет ничего, типа, кроме мусора. Вместо 26-й пухи там какой-то. У всех патч на духов есть. Батя придумал. Собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Он у тебя в гильдии на стресс? Да, да, да. Сейчас напишу. Ноу стекса. 2Т4, 2Т10. Твин ноу стекса, блять. Кто писал, нахуй? Синтек. Хорош, блять. Ты, короче, это, на каких боссов тебе надо? Я что-то не вкурил. Три ханта что-то образовалось, блядь, каким-то образом. На леди,
на корабли и на тухлого. Вот на этих трех хотя бы. Ну, как бы на лича он еще слабоват, чтобы туда идти. Потом как-нибудь, когда-нибудь. Понятно. А сейчас же лич уже никакую проходку не дает. Кто? Какая да проходка? Лич... Не, ну это в десятке. В РС-ку нет? РС-ку думаешь? Ну, я не знаю. РС-ку уже с сегодняшнего дня можно хоть кто-то может идти. А, да? Ну, тогда да. Получается целка 25, оп. Мне казалось, что типа в целка 10 и 25 хм без проходок сделали. Ну, не сделали. Ну, или не, я не резко тоже. Резко можно теперь просто выходить. Можно теперь даже начинать с резки. Да, хорошая идея. Да и проходки это по большому счету уже у всех должны быть. В интернете, например, не было бы. Теперь уже все, уже плохо. А что у нас трэш три калеки бьет? Я пошел себе конфет взял, пришел, меня даже не обогнали еще. Лол, я уже обогнал тебя. Или меня что-то забагалось? Нет? Забагалось у тебя? Забагалось. У тебя же три раза. У тебя еще один уже нет. Вообще ноль нахуй. Нихуя шалфир-то ебашит, смотри. Я сегодня мы два куска вообще-то дели. Сегодня голова упала, грудь. Не, шипышники это топовая хуйня. Вот я прям люблю шипышников. После АДК. А какой у них нонсет? У них нонсет штаны вроде бы. А похуй, как удобнее нахуй. Как тебе удобнее? Штаны вроде ТТГшные берут. Ну и семетку, пожалуйста, то и потом полечь. Похуй. Так, умирает жук, умирает жук. А, надо сумануть, блять, этого. Да я уже прилетел, сейчас буду. Ну ебанитишка все равно, пока он бежит. Давай, Зубрджин из Ибидон, ставьте тотемы на ману. Даю гимн. Вреснем быстро. О. Все. Даю пристабав. Блять, ну мне как-то тоже надо резнуть. Сейчас. Рыбу давай. Даю рыбу. 10 секунд и пуляем. Так, а что у нас ханты БМ, да? Короче, скажи. 2 ДК слева, рарник справа. Вроде так было, блять. Да, и туда налево грипаешь. И Вилаша ближе к леди 2 моба, а Брюли с лестницы грипаешь к Вилаше мобов. Все, поехали. Ну тут счет не надо, пуляем. А какая группа где? Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Да ну нахуй, я хуею. Я ебал в рот это проклятие, нахуй. Говно ебаное. Сука, да иди нахуй, чё за проклятие, блять? Диспельте эту залупу, этот, шаманы нахуй, кто там? Ебать, я стою чисто. Друиды, шаманы, маги, блять. Нихуя себе, я стою просто, блять, чилю нахуй. Биг Дэм, это хуйня какая-то, нахуй, на меня проклятия кидаются, чё за пиздец. У тебя проклятые шипы. Я стою просто, блядь. Сука. Опасный шипы не такой опасный, да? Смотри, это... дал фир духу волка, нахуй, видел? Я умру сейчас. Блядь, рарник умрет, чё за хуйня? А как ты умрёшь? Надо мобов убить. Я пытаюсь, АДК не может убивать ебучих приверженцев. Бесполезный класс получается.
Получается, идите, милики, справа побейте воскрешенную вот эту залупу всю. Что-то там физурон надо. Вот три ханта побейте в этого петуха. Сейчас поставлю метку, вы не видите же, наверное, да? Я понял. Вот черепок побейте, ханты там. Щит такой физуроном надо снести. Вот, и добить. Так, а киса в вихре. Что-то моб бесконечный какой-то, да, оказался? А чё за хуйня, блядь? Он не умирает. Не умирает. Короче, вот мобы справа стоят, эти. Не, навалите, переведем. Вставай, вставай, киса, я тебе щиток дам. Приебал, брат. Не моб. Давайте, стопайте, еще трэш будем бить. Стопайте, уходите от босса. Милики, направо идите все, вот где этот рарник стоит. Там два приверженца, и баните сразу. Вон там взрыв кастует. Босса, босс пришел. Ну все, Вилаша заберет. Он таунтит, все. Дрим потока за контроль, сейчас он кого-то разъебет. Spirits. Духи вон зеленые, смотрите. Spirits. 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 О, нихуя. На, нахуй. Сука, законтролили. Обгоняю, пока время есть. Я тебе пыткой хотел ебать, что ты, блядь, законтролился. Мстительный дух атакует вас. Это что, он меня въебал, что ли? О, наверное, сдох. Не, он типа по тебе идет. На тебя. Что-то даже не смотрел на эту хуйню. Да, по-моему, их было, сука, три духа этих раньше. А есть там что-нибудь на ману? Ну, вообще есть, но у меня нету. Фростпек. Я, короче, гимн скастую. Фростпек, блять, лол. Факт же, не? Пизда чего? Интересно, куда квест сегодня? Ну, к чему, наверное? Кажется, гниль, но... Надеюсь, блять, великан просто. Не парится. Ну, ебал этого великана. А на чему, я же говорю? Он такой долгий. Ну, там делать ничего не надо. Так он в начале великана. Ну, хороший. А, разве? Да, да. Шо там, блядь, не белунг, нахуй? Ну, кстати, что на инохантах? А, ебаная табличка с этой говном, блять. Так, не билунг. Сова, это ты хочешь, да, я так понял? Сейчас мне надо настроить там, блять. Ничего у совы? У тебя говнище какое-то, хоть СПД будет больше. Я сове закинул. Шалфир сильно надо, если тебе там спроси у совы. Это ПВПшный, не, не очень. Так, вот это говно на распыл. Блять, заебало, не дергайся, табличка, сука. Штаны на ханта, нихуя себе. Три ханта, что делать? Ну-ка. У двух хантов нету аддона. У... Сейчас, ой, сейчас поставлю, я забыл. Включить его. Вот, вы с этого, с Дискорда качайте, тут хорошие аддоны не работают. Пара-па-па, а, ты не в ги?
Так, ну чё, на ролл вам кидать? Ну это, кидайте. Сейчас, ролл. Подожди, я релогуюсь. Сколько хосты надо? 1100, 1200. Кому хосты надо? Афлику. Все, зашел. Пусть знает. Ну кому надо эти штаны, блять? У Дрейка есть. Пропал. У меня нету. У меня 245. Пропам тебе не надо? Ну и все, хули тогда. Вот. Сейчас я настрою эту хуйню. Так, 100%. 50%. 10%. Так, табличка. Где эта хуйня? 15 секунд. Еще что-то там надо. Скрытый выбор. Все, вроде так должно быть. Бля, у АДК очень низкая ГКД, ебать, руки устают кликать. Тут трэш, надеюсь, не сагрится ни на кого. Колдун какой-то, он, надеюсь, не должен. Автокликер. Ну, не думал по поводу этого. Давай, бигдэм, кто больше надамажит на кораблях, нахуй. Надеюсь, ты не в пушке, блядь. Бать, вы придумали, конечно. Срок через босса, блядь, подождите вы его. Блять, надо еще взять этот, нахуй. Да давай без триксов, так же неинтересно. Да зачем? Мне триксы не надо. Это уже себе и триксы по DPS просил. Да не, ничего не просил. Это... Просто он спамит, блять, вылез кому-нибудь. Пускай. Да у меня видео снимается, ничего не спамлю, блять. Все нормально. Надо, блядь, печеньки выбивать на этого ебаного пристана. У тебя аж на 260-е, сука. Охуеть. Слот один есть же, да? Да. Ну да. Притона, притона, киньте пальцем. Да, притон хотел как раз таки, чтобы в него слот оставили. Так, давай, нахуй, работаем. 4, 3, 2, 1. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Твою галошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Арте тут делать нечего! Моя чума сильнее твоей, нахуй. Вот, а в Хэме что на кораблях? То же самое? Ну да. А чё с Мурадином? Танки? Танки, танки. Не забывайте. Чуть не разъебал кого-то. Чё-то вы мага не хотите бить, я так понял, ничего. Во. Ну что, блядь, догонять-то будешь там? Нет, прием, блядь. А ты меня будешь догонять? Я тебя обогнал уже. Ну, сейчас да, но... Уже давно. Нет, ты про кого? Я про антихриста.
Не знаю, какие антихристы, я с Биг Дэмом соревнуюсь. Он там чилит вообще. Да он отдыхает. Ну да. Да тоже сейчас мана сядет, нахуй, что делать, да? Надо тучку сдать. Вход идет все нахуй. Палец нахуй. Пытка, блять. Сушение, блять. Вся хуйня нахуй. И Биг Дэм все равно не может догнать. Интересно, на сурке как. Если бы, конечно, не лагало, можно попробовать, было бы в трэш поиграть. Что я хуй знает. Важно еще в мага много давать, вот это в колдуна в этого ебаного. Чтобы быстрее переводить. А мне похуй, я тут останусь. Да добивайте, нас портанет все равно. Ну, видишь? Так, припоты какие-то есть, есть. Продам МК. На сурка. Спекнуть ДЦ я тоже могу продать. Я тоже могу спекнуться так-то в ДЦ, блядь. Парни, я куплю МК. Да мне хоть бы 20-ку дать, блядь. Так, что там выпало, блядь? Так, скорость, меткость, это у нас что? Это у нас сова или маг? Бля, счет, ты хотел же на хиле пойти, блядь. Так, сова чилит, да? Не надо тебе? Сова, у тебя хуйня какая-то, тебе тоже надо эту хуйню. У вас в обоих это говнище одето. О, сова 100% жмет. Хорош. Плащ хороший. Для мутика. О, даже спириту надо, нихуя себе. У тебя там РПшник какой-то? Спирит. Ну, спирит повыше по ИП, чем хант. Счет. Ну, сколько? Чего? Сколько? Че сколько? Да, я Влад. Да, отстань ты, не дам. Если никому счеты не нужны, могу забрать ПДС. Нет. Так, счеты тут этот, Геншин роль. Тебе надо Геншин, да? Да. Так, Геншин. А то у меня говно на ману хрени, блять. Ну да, в принципе, если с маной проблем нет, то неплохая хуйня. Там нердру на ДЦ. А кроме них вроде никто и не берет. Прибавни тифу, пожалуйста. Ставлю рыбу, если вдруг кому-то надо. Вот. Сейчас я на вара зайду. Давай. Ебаньте шкаф сейчас умнем на стрессовом вместо... Первая пати Ванхант. И притона еще надо сумнуть. Ебаньте шкаф.
Интересно, будет 3 злотых? Ебаните тык. Тыкните ебана. Ебан. Ебана шкафа. Так, притона, сумоня. Ну тыкните в эту хуйню, ебаный урод. И на стресса кто-то сумоньте. Я понял, блять. О. На стресс пришел, сумоньте? Да. Гружусь. Все, рыба тут стоит, жрите сразу. Притон, ты тут, здесь? Так, фубав, да? Да. Приступав дал, там лапку дайте. А, дайте маги столик, носки, интернет и дайте столик. И, блять, хожу как бич. Как бич без маны. А, вот заебись, а то ману резать надо. Проверка и буду запускать. Бидон. Запускаю. Какие тут метки, блядь, используют? Ладно, похуй. Ну, 5 первых, наверное, меток он использует. И крестик, по-моему, использует, нет? Ладно, пускай. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могу... А есть у кого-нибудь один препод? Зелье быстроты? Да уже поздно, блядь, сейчас. Бигдему, дай трай, давайте. Не лагала бы, сука. Самое главное, блядь. Спасибо, я потом отдам денег. О, я препод пробал. Это какой-то другой ДБМ у меня, я понял. Урод ебал, блядь. Кинка дал. Я понял, нахуй. Да другой ДБМ просто. Ресетаем целка. Да, блядь, умираем, падаем, Two, one.
все так замолчали, а что, на пианино играете? Да. Что говорить? Да, на пианино. Да, я из-за тебя проебал. Лоу, хорош ты. Я, сука, доты проебал. Сорвал пацану ДПС. Все, блядь, 19, нет, так интересно. Он, нифига себе, ПС стал 20-ку давать, хорош. ПС заебись, да. Ну, он понял, нахуй, что, блядь, сейчас войд, блядь, обгонит всех, нахуй. Стал ебашить. Да, блядь. Чё он, когда сдохнет уже этот сурок ебаный? Ну, сука, давай. А чё за хуйня, пацаны? Почему у меня больше, чем у вас ДПС, нахуй? Я же вообще, блядь, я не играл, наверное, полгода, нахуй. Ну-ка, скрин, нахуй. На криты сейчас повезло, скрин. Блядь. Ничего не знаю. Так. Ай, биг дэм, ебать. Кому? Интересно, блядь, что он, блядь, магу предложил за МК? Не, МК... Смотрю, блядь, в середине боя у меня МК нет, нахуй. МК мне сами дали, я не просил никого. Это, не, это я тебе, да. Спирит, ну ты, это самый Спирит, ты на кого кидал эту хуйню? Он в тебя кидал, триксы, блядь. Да? Ну все, нахуй, блядь, я топ. На бигдэме МК так нечестно, парни, блядь. Почему на ДК нет МК? Ай, блядь, ДПС на боссе, нахуй, вставляем скрин, нахуй. Там просто, блядь, у меня мана кончилась. Я мне понял, блядь. Мне под конец боя нажали. Все, смотрите скрин, блядь, просто 20к, нахуй. Да я лох, на самом деле, типа, меня легко передамажить. Я еще там, блядь, такую хуйню исполнял в ротации. У меня просто статов немножко побольше. У тебя сколько? Вот, ой, открой. Ой. А. Вот, ты видел мою пушку, блядь? Да, это понятно. Я про это и говорю, что у меня статов побольше немножко на моем присте. Видео не видели мою пушку, ладно. Чью пушку? Ну, Антихриста. Так... Да я видел твою пушку. Я ж тебе на грань дал, что ты не сделал? Ну да, блядь. 19к. Сюда. Таким вопрос на грань нужно. А, ну да, точно. Завоеватель надо кому-то. Завоеватель. Эти Т10 токены, там, если кто новенький не в курсе, они бесплатные. Кому надо там, они мусорные все равно. Айновену дал. И покоритель. Так, покоритель интернет, нахуй, сотку жмет. Давай интернету дадим, нахуй, будет ебашить. Да, интернет? Ты же будешь ебашить. А чё интернет дал там? 6800. Ну, хоть что-то. У него Т4 нет? Да там я вообще 230-й, да? Маг, нахуй. А-а-а. Вот он, ганшот новенький. Ничего. Мы свой день собирали МГ, кару, чтобы прийти. Главное, чтобы в гильдии остались. Сейчас, да, это, приоденетесь, будете ебашить. Еще и в Геру будете ходить. Так, так он еще и в Пайре. Да, Валька сзади. Это не пульте много там трэша. Давайте все в Вальку свичнулись. Там какой-то танк. Вот она трэш призвала. Все в Вальку переключитесь прям. Вот звезду поставил. Сейчас еще вторую убьем, нахуй, здесь. Прям много в нее ДПСа, давайте. Она еще на призывает этих пидоров. Его призывают, видишь? Все, эту хуйню сводите под большого. Мобов этих ебаных. Мультидот эти там. Куда, блядь? На трэше тоже надо уметь дамажить. Боссы боссами, блядь. Надо учиться везде давать большие цифры. Ага. Типа как максимально эффективно быстро зауешить. Уже калькулятор, конечно, блядь. Вот я, например, уход в тень нажал. Антихрист второй по ДПС, равник первый, я третий.
Неплохо. Это вот после сурка. Я вроде сбросил. А нет, не сбросил. Да, да, да. Не, ну типа рарник на первом, у меня сейчас антихрист потом. Ну это я вроде сурка не сбрасывал. Не знаю, как если сбросить будет. Я про доты забыл. И самое главное ману еще резать успевать. Поэтому АДК лучше. У него маны нет. Так, на стресс ты на тухлого только, да? И все? Да, да, да. Там добежишь сам, пока тут бьем. Да, я тоже бью трэшер. Ага. Брюль, у тебя же есть 4-4? А то я забыл. Не помню уже. Что-то тебе палом скучно играть, что ли? Пал не нравится тебе? Или ты ДКшник? Или ты ДКшник? Б. ДКшник как ДД хотел делать. Там шея на эту ловкость. Где-то вылез. Где, внизу или здесь? Нет, сверху. Вроде бы. Не знаю. Ладно. Ставь группу просто вообще. А, я нашел. Ну или так. Блять, падла ебаная откидывает, видишь что? А с брюли есть такой еще. Где ДПС? Брюли. Брюли танк. Кило с ДПС спроси тоже еще. Че, хил не дамажит? Не, он просто же. Я думал, он пойдет тоже дамажить. Две водинки. Но он сегодня мне говорил. Нет, там просто одна и та же, но меня откинул моб, поэтому она лежала в этом. А, понял. Зеленая хуйня какая-то. Сейчас, секунду, отойду. Бля, ресница. Что-то какая-то залупа, нахуй, там в настройках что-то надо сделать, ну-ка. Как-то там убирать, не убирать, нахуй, нахуй они мне убирают. Вот где это, скрывать окно? При входе в бой, нахуя мне эта галочка, блять, ебаная. Все, так заебись. Чтоб можно было лутать во время боя. Хай. Хай. Там же, короче, ротация вообще простой становится. Там, типа, выкидываешь палец, можно выкидывать, там, когда хосты дохуя. Взрыв разума тоже можно выкидывать. Там прям реально редко, когда для них окно находится. Давай, Вилаша на первый этот, дашь незыбку. А Брюли на вторую. А, у тебя когда брюлю, значит, сейчас готовься незыбку давать. На истребление. Давай незыбку. Дриботок чуть не сдох. Снова. Вонючку. Ебать голос у него, нахуй.
Сейчас получите. Такой обиженный, блядь. Бля, у меня символ не тот стоял. Все понятно, почему ДПС не было. Что за символ? Видимо, прикосновение надо было поставить. Я решил потестить это нечестивую порчу. Ну, так сзади, раз, сзади еще моб, там, блядь, грибните его кто-то антихристом, хуй знает. Где, блядь? Ну, сзади моб, вы все съебались, там стоите чилите, а тут моб. Грибнул мускан, извините. Блядь, да ну нахуй. Резать этого бича. Вот таким. Ну давай. Смотри, рыба. Да, блядь. Сейчас поставлю. Значит, так, рыба. Вот рыба. Жрите. Ну, бидон давай в кружке, стой, чиль, короче. А зубрыжин давай в звездочке, чиль. И сбегаемся, короче. Спора звезду, в кружок и одна под босса. И все, и бейте дальше, дренже, стойте. Нет зандалара во второй патч. И Вилаша, будешь как я танчить, то есть первый танчишь, и уже после эткой гнили он тебя заберет. Дашь не зыбку там за 5 секунд, за 3 секунды перед эткой гнилью, и навен там на эткой гнили не зыбку, массакру дашь, и все, и нормально. Засните козикона, пожалуйста, во второй патч. Ой, бля, нахуй вам это надо? Нет, ну ладно. Отчет дай. Привыкай быть милишником. Отчет дай. У них нет зандаларов. Всем привет. Здорово. Место есть? Ну, пока нету. Бьем этого, как он называется, тухлого. Тебе что-то надо с инста? Ну, что-нибудь там, пушку на танк. Напала с лича, которая? Ну да. Ну, посиди тогда, почили пока что. Сейчас я зайду на пал, тогда пати кинешь. Ага. Пали квесты делать. Пойди же нельзя. Ну, я на другого перса зайду. Лол, кто там сдох? Не нравится спирит, да, дух я дамажит, прям заебись. Чё вы раньше не держите, блядь? А я не знаю, я стою, блядь, а ко мне все подходят, я ебал рот. Хуёво. Блять, должны 3 человека, не больше.
Если больше, значит хуёвый рейндж. Так, кровь антихрист, да? Сила гнили. А тебе что-то выпало, нет? Параша всякая выпала. Сила гнили никому не надо, что? Хорошая кольцо, она. Ее можно будет передать Вару? Или его, если не было на босса? Если не было на босса. Войд, бери на инх. Какой? А нахуй ты идешь на босса, с которым тебе надо наварить шмот у фантома? Да, это она не особо там сильно нужна. Какое-то кольцо, но интереснее даже, чем с ТБшной. Интереснее такое кольцо с Геру, знаешь ли. Ебаните там шкаф. Чё, осколок? Ага. Ебаните шкаф, суманите меня, рарника. Чтобы думать о Гере, сначала леди убейте. Да там ее не хуй убивать. А у рарника сколько еще осталось? Сколько-то? Когда шем-то будет? Скоро должен быть. Так, ты заходишь уже все варом, да? Ну, там не упали, да, и там пояс вроде был на РП. Все, больше хантом не будешь заходить, да? Не, больше ничего не надо. Надо еще 24 выбить, потом можно подумать. Да ладно, забей, подбалдал. Так, все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1.
Ой, блядь, так быстро босс сдох. По ней в круизы. Ого, да я поэт. Такс. Квест мы не пойдем сдавать? Да, идите сдавайте квест. Так, ну по приору, блять. Как бы это парадоксально не казалось, сова выше, нахуй. Ну, у меня квест не сделался, прикольно. У них постой, поэтому, блядь. А вы подождите, сейчас у кого там есть две вот этих вот чумы, пусть он сейчас все подойдут, и тогда откроют, сейчас никто не открывает. И на ком вот эти два стака повесились? Ага, все, вот. Так. Брюль, у тебя ДД, если что, мейн, да, будет? Чтоб я понимал. БЕшка. Ты БЕшки целхан. Дай лут. Ага. Сколько у тебя там осколков? Ля, притону фартануло. Да? Ебать притону фартануло. Поздравляю тебя. Багруху в ГБ, нахуй. Мне фартануло, когда она стоила под 70к. Сейчас на 30 стоит. Я на X4, сука, не лутал ни разу багруху. На X2 два раза лутал. Не будьте шкаф там возле этого. Возле профа. Бля, если извиняется, я не закликнул, я дебил. Ну бейте, хули. У них там хп немного. Ой, а что-то я побежал так, на пофиг. Ну все получается, арестован с егерями. А сколько за них репа дают? Ну-ка. Бля, надо было их фармить. Да, там прилично репа. Ой, я винтовку выиграл. Ой, сюда 23к, БЕшечка тканевая. Хочется ДСа купить. Запы, что ли? Да, да, да. Та багруха сколько? 1040 стоит? 36 показывает. Ну, даже там за 30-ку продать, это нихера себе просто. Это багруха. Шея. Критхаст. Сила гнили точно никому не надо распылять? Чё это такое? Ну, кольцо ебаное. На силу, вроде. Сила. Попробуй, вдруг критер. Передастся. Да не, не передастся. Кто там в кукле из вас будет? Брюли? Смоните антихриста. Ебаните шкаф на профи. Ну там грань сделал. Ты грань сделал, да? Нет. Не, мистер Лэнда тоже смоните. Я эти, блять. Сердоли купил и докупил один сорнит за УД просто. Ты грань, короче, сделал? Ну, я после профи сделаю. Пока трэш будете чистить. Пришел тебе суммон? Нет. Да. 15 минут. Сейчас, после профа покурим там. Давайте профа ебанем. Рыбу ставлю. Ешьте. Так, кто в кукле? Вилаша?
А чё ты? А кто танчить будет? Рартник, что ли? Танчи пока. Надо же мне хоть одну КД не потанчить. Потом подамажь где-нибудь в РС-ке там. Так, кто там босса с вас водит по итогу? Брюли или Вилаш? Так, ты водишь Вилаша в кукле. Бетон готов? Бидон на Инновен. Я Инновен. 14 минут. Давай убьем. А Инновен тут? Дайте фулл ребаф. Инду там. АДК, можно каску обновить? А Инновен ты тут, нет? Что он... А, Навен, прием. Где он? Завиши, что ли, стоит косить что-то. Все, он готов. Дает счет. Иди пей куклу. 4, 3, 2, 1. Веди отсюда. От зеленого идите. Пельмешки. К стене веди. Колба 3 секунды. О, они уже появились. Смотрите, милики, осторожно. Не бегайте в колбу. Стой, стой. Красный сейчас. Готовимся. Пельмени отбежали. Ну, блять, алло, нахуй. Красно. Ганшот, ресы, ДЦ, пятый патч. Твой триумф. Там замедленный, нет, я что-то не вкуриваю. Алло, кукла. Чё с плевками с твоими? Ресы, ману. Ганшот ему озарение, дай, пельмени отбежали. Не ловите эту залупу. Сука, ну ты чё? Песа. Не спи. Веди, босс. Рви стресс и пэса. Дримботок по водикону СС. Ща будет. Добиваем зеленого. Дал СС. Ровист ПС, ресы. Красный. Красного зерга. Беги, малышка, беги! Лужи, лужи, пей быстрей.
Подождите, надо лужу пусть выпьет. Стопните по боссу, сейчас слизня бьем. Все отошли от босса. Милики ушли. От босса. Ушли, ушли, милики. 1%, 1.5%. Все, зеленого в ДПС. Видите, зеленого. К РДД бегите. Давай с лужами быстрее. Че, лагаешь что ли? Зеленого зергаем. Перепей хотя бы. Уже поздно. Его пьет. Что лагаешь? И старт 9 минут. Сервер. Спасибо за инфу, блять. Брюли, что ты там, сука, делаешь? Отведи к стенке. Давайте ближе к лужам. К РДД встали. Не рассасывайтесь на ход движения босса. Пельмени отбежали. Ай, блядь. К локовскому порталу проведи босса. РДД возле стенки не бегайте. Ближе к луже бегайте. Пельмени пробежали. Выводи босса оттуда. Так. Пельмени отбежали. Вадикон рви старесы, если достанешь на ДПС. Сам сдох. Встал и опять сдох. Давайте бьем Т4 отдаваем. На ХХП все читаем, присты. А не, все уже. А стаков много, да? Сколько стаков? Да. 5-900 тысяч, ебать шов. Идите курите, блять, в пизду. Слава Агро. Можно сделать грань. Что сделать? Грань можно сделать пока. А. Это из-за того, что ты грань не сделал, блядь, не убили. Ну да, не добили. Да я не хотел подставлять, время тянуть. Ну зато чилим теперь 15 минут, нах. Из-за этого вайпа. И ребут ждем еще. ДК виноват. Когда новый сезон начнется? Да, вроде там неделя. 13 числа. 10 или какого? Ну, в четверг. Угу. Через неделю. Там чернуть еще. Че, у тебя Вилаша с куклами совсем хуевая? Или что у тебя там лагает? Хуй пойми, что у тебя там происходит? С лужами у тебя что-то было, залупа какая-то, лужа не успел выпить. Завис или что? Ты смотри, не растягивай их в обычке. Это в гере там напрягаться надо. С вагонами надо, блять, выпивать силу уже.